Всем привет, 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 солнечная Калина. Сегодня паста. Ciao, Stefano. Oggi sto preparando questa pasta ai funghi porcini, spaghettate di funghi porcini fantastici della collina toscana. Он делает пасту с грибами. Там у нас Лино. Сузанна. О, да, на свет, ага. Мы сейчас находимся в доме у Клеопатры. Я не буду показывать сегодня ее квартиру. Стати чендо кино не фачу лейбрезе, преки лора стану фаченда трансвок. Не буду снимать в доме Клеопатры, потому что они половину мебели выносят, ну, отдают. И немножко здесь, короче, у нас казино, ну, типа бардачок, скажем так. Карло, allora, cosa si prepariamo oggi da mangiare? Allora, melanzane grigliate preferite di Marina. Да, guarda, guarda. Мы делаем melanzane, которые мне нравятся. Poi abbiamo pasta con i funghi porcini, spaghetti con funghi porcini. Подожди, funghi porcini, там basta, sugo и белый гриб. Funghi, aglio, eccetera, lì, melanzane, griglia. Здесь тоже идут melanzane. E poi la carne che si sta scongelando, facciamo le polpette di carne dopo. Clio. Ciao, auguri. Bravo. Di Natale, di Natale. Di Pasqua, di Pasqua. Che tanto mi conoscono loro, eh. Да, говорит, это сама ошиблась. Сказала всем, что типа хорошего Нового года, потом говорит, женщина, ну, другая женщина говорит, Сузанна, что ты сказала? Она говорит, а меня все равно уже на Ютубе знают, да? Да, да, да. Да, да. Я понял, да, я digo, да, che devo dire. Вот, так что мы сейчас детей накормили, оставили пока внизу, Клеопатра живет на этаж выше. И, короче, у нас сегодня будет такой праздник. У всех вас, всех вас тоже с праздником, кто отмечает на здоровье. Пасху, на здоровье. Ленина. Где закончилась, где финита, да, ну как это перевести, куда делась моя Маргарита. Кто помнит, год назад я ее высаживала у себя на окошке в туалете, я у Клеопатры в туалете сейчас, на окошке у себя в зале, она была маленькая-маленькая-маленькая, вот так вот она разрослась, и когда я уезжала в Украину, я ее поставила другой соседке, чтобы она ее поливала, потому что все-таки она очень сильно разрослась, там очень большие корни. Вот, и нужно было, чтобы, короче, ее поливали каждые два дня, потому что уже земли ей не хватает, ее вообще надо пересаживать уже в сад. Вот, и я Клеопатра увидела, она такая огромная, красивая, но с этой стороны так мало видно, с другой стороны она вообще шикарная просто. И Клеопатра ее взяла к себе, значит, к себе поставила, и все, я приезжаю, нету моего цветка. Ну, там первый день, второй я не спрашивала, потому что не до этого было. Потом все-таки вижу Клеопатру, говорю, слушай, куда мой цветок делся? Оставила соседке поливать, она, он у меня так красиво смотрится, оставь мне его. Я говорю, нет, ты что, я его растила, там вообще там метр, вообще цветок разросся. Занесла я его к себе домой, поставила, ну, он перебросил все цветы вот на внутреннюю сторону. Вот она там вообще вся полностью. То есть шикарнейший вообще цветок, но надо снимать с той стороны. И получилось так, что она с этой стороны, у меня уже голова-то так смотрится, вот именно голая прямо, вот видно. И она, видно, ее еще тащила, поломала, вот да, кстати, вот она ее обломала. И та самая, у меня она уже стала плохо смотреться, я говорю, ну ладно, забираю, у тебя она хоть как-то там спускается через, ну как это сказать, через окошко, еще около окошка другой цветок у нее, поэтому как-то он прикрывает вот эту вот голость, и пришлось ей дать, поэтому в этом году, не знаю, или буду семена, которые девочки мне прислали делать, потому что если присылают, надо что-то с ними делать, не солить же их, вот, или купить уже, чтобы росла, в общем, не знаю, пока посмотрю, окошко у меня теперь пустое вот на кухне, но тем не менее, вот она моя. Мой цветочек, и он вообще такой, прям вообще такой красивый, красивый, красивый. Вот так вот. А там все, это мы сейчас находимся у Клеопатры, кстати, в туалете, да, у нее тоже фиолетовый цвет. Любимый стал после меня, я присадила. Вот, отмечаем праздник, ну так отмечаем, в кавычках скажем, просто собрались посидеть все выходные. Вот,
И все, и ничего. Сначала сейчас они кушают макароны, я уже просто на эти макароны смотреть не могу, как я приехала, и макароны, на обед макароны, на утро макароны, на полдник макароны. Терпеть их уже не могу. Вот, как-то в последнее время что-то так, ну, пропала вообще моя слабость к макаронам. Все-таки я больше все равно люблю картошку. Вот, и сейчас, когда делаю меланзаны, вот эти вот синенькие с чесночком, с маслицем, вот это я буду уже кушать. И потом уже в конце будем делать, наверное, мяско, и я тоже его покушаю. Ну, прям макароны, прям смотреть на них не могу. С чем бы они ни были, там, с грибами, там, не с грибами, уже вот так вот, тут они у меня сидят, эти макароны. Так, девчонки, смотрите, салат. Come hai fatto? Cavolo? Cavolo, uova, cibolla, майонез. Значит, cavolo это цветная капуста, вова, яйцо, cibolla, лук и майонез. Девочки, вкусно, да, вообще классно. Я бы, конечно, добавила чесночка. Я додаю к миме Митрей Алио. Слушайте, вкусно, очень вкусно. Майонеза, правда, немножко много, но сегодня праздник, можно себе позволить. С яичком, цветная капусточка. Обалденно. Опс, переключаемся. Все, я спустилась домой, короче. Хотела еще кофточку, потому что, ну, холодно. У нас такая погода, Карла говорит, как похоже, как в ноябре. Вообще ужас. Учитывая того, что у меня гольф, еще под гольфом футболочка такая легкая, все равно я замерзла. Блин, я туда перехожу, кошка сюда, Маруська, не мешай. Девчонки просили показать или рассказать, или написать, вот как я тонирую волос. Сейчас покажу, не удивляйтесь, девочки, сколько я всего этого привезла, но тем не менее, это самое лучшее, наверное, в мире, что я еще только на себе испробовала. Сейчас покажу. Смотрите, девчонки, я привезла очень много тоника и очень много вот такого вот, называется нуанч, лов, не знаю. Все это типа русское какое-то там производство. Смотрите, вот такого тоника, да, он называется оттеночный бальзам. Он вот в таком вот виде, это вот номер 902. 9010, 901, 901 и 901. И посмотрите, как здесь вот отличается, да, цвет. И вот здесь. Здесь все равно надо смотреть на оттеночный бальзам, какого он именно цвета. Но тем не менее, я пользуюсь только вот этим тоником уже на протяжении многих лет, когда вы меня видите в синьке или не в синьке, какие-то более удачные, менее удачные вот покраски у меня. Но тем не менее, это постоянно вот этот вот тоник, оттеночный бальзам. Он великолепно смывается с волос, даже если вы перемудрите, несколько раз промоете, он все равно у вас смоется. И точно так же вот этот вот, он очень мне тоже нравится, но больше, конечно, я отдаю предпочтение вот этому вот тонику оттеночному, этому как-то меньше. Но, тем не менее, тоже интересные очень цвета, они тоже идут в разных номерах. Вот, еще, сейчас, Сашенька, еще мне помогает вот это вот шампунь лореалевская. Вот, смотрите. Сейчас, подожди. Да, да, вот видите, вот осталось, вот выпачкалась, здесь такая капелька синенькая. Сашка что-то сказала, вообще не поняла, что сказала. Вот, видите, вот это вот, получается тоже, это такой вот шампунь. И когда вы уже моете, тоже желтизна уходит. Но я его как-то раз уже показывала, лореалевский. Он хорошо пенится, но тем не менее он как-то... Так, девчонки, как я крашу с этим тоником? Раньше я его просто добавляла, вот я помылась, все, там голову помыла, сама покупалась. Я добавляла там одну капельку на литр воды, прямо у меня висит ковшик литровый в этом самом, в душевой. Я добавляла одну капельку, и уже когда я смывала голову от самого кондиционера, я лила, да, и оно смывалось. Смывалось оно неравномерно, получалось, вот эта вот сама покраска неравномерно. Но опять же говорю, меня это... Собака где-то там ходит. Меня оно не пугало. Сейчас я поменяла вот именно, как я именно пользуюсь тоником. Мама. Нельзя, Кир. Иди поздоровайся. Не перебивай. Но, почему? Поздоровайся. Всем привет. Я теперь, Саша мне дала фарнатуру. Да, выпрыжку. Мне мне стала дана, ребята Кира, которая канта мне на манджазу. Говорит, тут. Саша мне дала панетон, говорит, и Кира мне не успела взять, она его съела. Девчонки, значит, как я им пользуюсь? Я сейчас вот, допустим, покупалась, голову помыла, наложила маску. Наложила, наклала, нанесла маску или бальзам, кому что, да. Пока вы там стоите в этой масочке 5 минут, на самый конец я вот прям беру на руку, наливаю, прям хорошо, теперь его много, его не жалко. Я его хорошо выдавливаю, прям так вспениваю волосы несколько раз. Все смываю, у меня все получилось равномерно. То есть у меня получилось даже лучше, когда я вот его прочесывала. То есть он с бальзамом настолько вот как-то равномерно лег, потому что уже как бы легко волосы после бальзама и маски, да, прочесывать рукой. И поэтому как-то у меня все равномерно получилось, вообще я очень-очень довольна осталась. Да, это моя мамуша, она вообще мне здоровается, да. Так что вот такие вот дела, девочки. Ну, попробуйте, если особенно в Украине, в России живете, тоника такая, по-любому есть, попробуйте. Я вот прямо, как я же говорю, на бальзам,
руками вспенила несколько раз, хорошо так руками прочесала, все смыла, все вообще великолепно. Ну, лучше, чем гидроперит. Ладненько, все, еще переключу. Люди, посмотрите, как спят мои красавцы, мои красивые котики спят. Это Пасквалис. Пасквалис вообще, ну его многие знают, вообще прям проблема, он настолько вообще чихает, у нас у него хронический чух, скажем так, вообще бедненький. Мне всю квартиру, конечно, пачкает, когда чихает, но ветеринар сказал, что ничего сделать нельзя, это вообще тут у него что-то там хроническое и все. И мы прям мучаемся с ним, потому что это постоянно стряпка. Ну, посмотрите, как они спят. Это Симон. Это Симон, которого мы и оперировали. Оперировали. Он сейчас ест специальную еду. Потом как-нибудь покажу, если кому-то интересно. Потому что я видела, что девочки писали, что мы тоже там лечим, даем таблетки. Но это не все, девочки. Притом, когда вы лечите кота от того, чтобы не было песка там в моче и все остальное, нужен специальный корм. Поэтому у него специальный корм, у него диета. Он ест самостоятельно, отдельно от всех. В отдельной тарелке, в отдельной комнате, чтобы его никто не трогал. 2-3 раза в день, в зависимости от того, сколько вы ему даете вообще. А это вот Пасквалина. Прям так рядышком легли, им тепленько. У нас, кстати, вышло солнышко, да? А, Симонелла, у нас вышло солнышко сегодня. Верное воскресенье, девочки, мальчики, мужчины. Всех вас с праздничком, да? Пасквалюча, Симоне, мои коты любимые, мои самые красивые, да? И кто-то написал, зачем столько много животных? Тоже было видео, что Пасквали мы это самое приютили, забрали Пасквали. Он в этом был, как его сказать, в интернате для котов. Кику тоже забрали. Так что они у нас. Пасквали у нас в госпитале лежал почти 2 дня. Мы за него платили $70, 70 евро за госпиталь в день. Карл его отвозил вообще. Симончик, мальчик хороший, красивый, котик красивый. Нам вчера фотки прислали, кто у нас котов забирает. Потом прислали вчера фотки, какие выросли красивые коты. Вообще, похоже на Симона, на мальчика, да? На мальчика похоже. Эйколо, Саша! Винченцо! Это Винченцо, это двоюродный брат Карла. Приехал специально детей поздравить на Пасху. Вень, Вень, да. Ты куме тикеми, Марина. Да. Александру? Куанте сема статья Верона? Си, у России. Но цей комбьете принят. Вень, Вень, Вень. Вай кима карлетту. Вень, Вень, рагасу. Винченцо, гвардо куме ста пасандо. Guarda come sta passando Lino, bella Pasqua, guarda lì! Ha visto? Non pensavo fosse fatto di tuo cazzo per Carlo, ma non mi sono ridotto Carlo. Lino prespal si Pasqua, ha dormito tutta la Pasqua, Lino. Sì, Lino, sapete? No, Lino, so! Grosso, bisogna che auguri! Buon compleanno! Marco Bacchetto, ti si cambi male! Allora! Винченцо нас часто навещает. И Александра тоже я видела, когда мы были в Вероне, я видела Александра, но это было много лет назад. Ну что, яйцо, потом посмотрим, что там внутри. Да, мы думали, что это будет Винченцо. Хорошо, знаю. Que belez! Avete dato boccino, Vincenzo? Forte, forte, tutti e due, via! Bravi, bravi, bravi. Давай, открывай. Ну-ка, что там? Винченцо к нам приезжал, когда? Наверное, перед Новым годом. Я уже не помню. Но кто смотрит видео давно, уже знает. Это его двоюродный брат. Он постоянно... У нас вообще такие отношения... Ладно, давайте камеру не буду переводить. У нас такие отношения с его родственниками, что как будто вообще дети просто ихние, внуки, как будто ихние. Племянники, как будто ихние. Это вообще его семья Карлоса, это вообще это низкий поклон. Что у тебя здесь? Потом, когда сделаешь, покажешь. Да? У нас вообще отношения просто шикарные. С родственниками Карла вообще просто. Бона? Зарикою.
Вспомни, как нас с тобою встречала заря. Вспомни, как рассвет умывал нас росой. Вспомни, как обо всем говорили глаза. Вспомни, как был слышен только сердце бой. Помнишь, как наши руки ласкали цветы? Помнишь, как наши губы искали тепла? Помнишь, как прохладна вода реки? Помнишь, как отражались в ней я и ты? За рекою, за рекою, за рекою.